канун Дня Республики в Чувашии появились новая производственная линия и логистический центр. Плюс 20 на улице, минус 20 на складе, вернее, логистическом центре. Он начал свою работу на предприятии, единственном производителе мороженого в Чувашии. Новый склад позволит сэкономить на эксплуатационных расходах, увеличив при этом количество готовой продукции. Он экономически выгоден в эксплуатации. Кроме этого, еще мы достигаем такие результаты, что качество закалки мороженого, а мороженое, ну, всем известно, оно должно быть, оно закаливается. Вот. Здесь гораздо лучше, чем там у нас было. Оно в отличном состоянии доезжает до потребителя. Этот производственный корпус на Конде открылся 2 года назад. Сейчас в нем будут размещены 9 технологических линий по производству кондитерских изделий. С окончательным вводом корпуса мощности предприятия увеличится на 27 тысяч тонн в год. Глава республики акцентировал внимание на том, что от эффективной работы предприятий республики во многом зависит социальное самочувствие ее жителей. Несмотря на сложности, сегодня наши руководители, предприниматели, у кого есть финансовые средства, кто привлекает не бюджеты и источники, идут на риски, берут на себя ответственность, открывают новые производства. Новые производства – это новые рабочие места, что дает уверенность в завтрашнем дне. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев. Республика.